Ровно 29 лет назад, 29 апреля, депутаты Верховного Совета Чувашской Республики утвердили государственный герб, флаг и гимн. Указом президента Чувашии эта дата определена как День государственных символов республики. Государственные символы воплощают многовековую историю единения народа. Изображенные на флаге и гербе элементы национального орнамента олицетворяют традиции и культуру республики. В честь праздника в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка геральдических символов Чувашии. Наличие символов, государственных символов Чувашской республики, несомненно, это предмет нашей гордости и предмет того, что мы должны стремиться и дальше развивать государственность и свою национальную идентичность. Нам надо сделать все, чтобы оно получило в развитии и родного чувашского языка, и чувашской культуры, и всех иных составляющих развития нашего родного Чувашского края. К символам относится и гимн. В его величественной мелодии и словах отражается связь времен и поколений. Интересна и история его создания. Депутаты были склонны принять за основу гимна чувашскую народную песню «Алрангамякизухи». И вариант другой был – это песня Германа Степановича Лебедева на стихе Тукташа «Тванжежи». Я сказал, что «Алрангамякизухи» все же является, я говорю, на мой взгляд, уважаемые депутаты, она и переводится «Гимн землепашцу». А если взять за основу песню Германа Степановича Лебедева, это другой совершенно размах. Большинство депутатов, конечно же, проголосовали тогда за гимн Чувашского, за гимн, это песня Германа Степановича. Сегодня не только республика, но и районы имеют свои отличительные геральдические знаки. Знать прошлое – это значит думать о будущем. Ольга Семенова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.